щоб ви зрозуміли, тут зараз буде повноцінне емоційне цунамі, тому що зараз у нас, знаєте, формуються два табори. Два табори мої, два табори. По-перше, це буде жіночий табір, ну, а по-друге, я один буду відстоювати чоловічу честь у цій студії. Ну, давай. Так, разом нас багато і дівчат не подолати, я б сказала навіть так. Зараз ми хочемо з Максимом зачитати вам деякі статистичні дані за 15-й рік саме про те, як жінки починали боротися за свої права і в яких країнах це все ж таки у більшій мірі проявлялося. І хочу розпочати з того, що у топ-10 країн увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Філіппіни, Швейцарія, Словенія та Нова Зеландія. І Україна займала 67-е місце серед 142 країн. Це було на 15-й рік. Так, ну а ще, згідно одного з із рейтингів, індекс гендерної нерівності 2015 року, що відображає такі аспекти людського розвитку, як репродуктивне здоров'я, економічний статус та розширення прав і можливостей жінок у порівнянні з чоловіками, Україна посідає 83-те місце серед 150 країн. І так. Ось як змінилася ця ситуація? Чи далі жінки намагаються вибрати своє місце в управлінні, ну, наприклад, або взагалі, як ти сказав, в здоров'ї? Під сонцем. Ну, ось так, під сонцем. Взагалі, як ця ситуація відрізняється з іншими країнами? Сьогодні нам допоможе розібратися наша гостя Тетяна Дорофєєва, психологиня і трансформаційна тренерка. Доброго ранку. Взагалі, давайте з вами поговоримо, ну, спочатку про те, що це ось таке, коли жінки хочуть відстоювати свої права. Що це таке? Що вони відстоюють? На самом деле, это очень такое растяжимое понятие, потому что каждая женщина что-то вкладывает в это свое. Кто-то хочет просто быть действительно равноправным со своим мужчиной или просто с мужчинами, занимать какие-то положения в обществе, развивать свой бизнес, ходить на работу, например, когда у нее есть маленький ребенок, и чтобы дома сидел муж с ребенком. Я знаю достаточно многих женщин, у которых огромный бизнес, но при этом муж, допустим, сидит дома, и их это устраивает, то есть ей это абсолютно нравится. Но есть женщины, у которых наоборот, они борются за какие-то там права свои, за то, чтобы иметь право голоса, как они говорят, также принимать решения, быть свободной женщиной в их понимании, да, но при этом ответственность, например, за деньги, за достаток, за семью должна быть, конечно же, на мужчине. И вот здесь как-то не сходится. Знаете, тут есть такая достаточно тоненькая грань, потому что не поддается эта позиция жінок сумніву чоловічий авторитет. Ну от, просто для мене, наприклад, дивно, коли жінка там, ось, я така незалежна, я самостійна, але, друже, ти маєш більше заробляти, за рахунки платиш також, ти, ось, пішли-поїхали. Ну, вот здесь есть такое внутреннее сопротивление у женщин, которое приводит и мужчин к этому внутреннему сопротивлению. Да. То есть я не пойму, как, по каким правилам мы играем. Все-таки я глава семьи или мы с тобой равноправны. Но если это партнерские отношения, которые сейчас достаточно популярны, то партнерские отношения — это когда бюджет формируется 50 на 50, решения принимаются 50 на 50, в декрете сидят также 50 на 50, тогда все понятно. То есть я в своей практике сталкиваюсь с тем, что все-таки неплохо было бы, например, женщинам определиться. Так. То есть определиться, да, все же это партнерские отношения, все же женщина имеет то же самое, те же самые права, что и мужчина, и тогда те же самые обязанности, потому что из прав вытекают обязательства, и они должны быть также одинаковы, и это нормально. Но я думаю, что когда женщины борются за свои права, они немножко сюда вкладывают еще другое. Ведь мы все знаем, что многие годы и в разных странах женщины подавлялись. Так. И подвергались насилию, сексуальному насилию, физическому насилию, не было у них права слова и так далее. Я думаю, что вот если мы об этом говорим, то, конечно же, здесь за это нужно и стоит бороться. За це повністю підтримую, не дивлячись на те, що я чоловік, я абсолютно підтримую цю позицію, що треба від і сексуального насильства, і від фізичного відходити і боротися за свою незалежність. Проте, чи потрібно, наприклад, от українським жінкам, у мене є знайомі, які там, от, ми от такі незалежні, у неї чоловік абсолютно нормальний,
ну, не аб'юзер, нормально заробляє. Вона каже, значить так, друже. Ну, типу, ти на мене там давиш психологічно, там і все, і поїхали. Тобто, от, якось, знаєте, досить така тонка межа серед регіональності. Того, за що борються жінки. Да, то есть с этим абсолютно согласна. Нет четко сформулированных сфер. Я думаю, что женщинам в первую очередь нужно для себя определиться, потому что если я в своей практике, да, если я признаю, что у меня больше обязанностей у мужа, например, да, что муж обеспечивает больше нашу семью, ну, тогда где-то все равно мои, так сказать, права, они немножко подвигаются. И я на это иду осознанно, и это для меня не страдание. То есть, чтобы не было здесь вот этого состояния жертва и тиран, в которое очень часто приходят люди в отношениях. В то же время, опять-таки, да, я знаю семьи, потому что я работаю много с женщинами и с мужчинами, где они договорились о том, что у них все пополам. Например, как в Европе. То есть там женщины четко выбрали себе права, но они сами платят за себя в ресторане, когда идут на свидание, и даже обижаются, когда за них платят. Они 50 на 50 обеспечивают семью, они не понимают, что такое быть домохозяйкой и так далее. То есть тогда да. Тогда это может быть. Ідеальна модель. Ви знаєте, ну, я, мабуть, трішечки все ж таки буду прихильницею українського варіанту прав боротьби за жіночі права, тому що мені приємно, коли мене пригощають кавою якби, в кафе або в ресторані, і не буду якби, я за це платити поряд. Ну, от якось так. І знаєте, мабуть, тут така межа, ось ви про це говорили, і дійсно я почала міркувати, що в плані боротьби за свої права, це якщо, знаєте, в роботі, що ти так само гідно займати посадові місця, як це раніше не дозволялося, там навіть бути депутатом. Ось, а наприклад, коли ти вже в родині, то все одно хочеться, от, як ви кажете, бути за чоловіком. І можливо, що в моєму розумінні боротьба за жіночі права – це можливість реалізуватися в суспільстві, проте в стосунках все ж таки бути жінкою і бути за чоловіком. Тогда мы говорим о балансе, и я думаю, что здесь тогда четко нужно разграничить две вещи. Права человека – это права на слово, права на свою правду, как я это называю, право на реализацию в социуме, на обучение, и права женщины. Это достаточно… Режни речи, да, для меня вообще, в принципе, вот права женщины, оно для меня очень размытое, это понимание, потому что, ну, есть права человека. И если мы говорим про мусульманские, например, страны, да, то, конечно же, там женщины ущемлены в базовых правах человека, а не женщины. Ну так. А права женщины и права мужчины, ну, очень-очень как-то звучит странно. Дивіться, ще есть такая популярная зараз течія – фемінізм. Так, коли жінки, от коли таких жінок зустрічають, часто кажуть, у неї якась там проблема психологічна з дитинства, її там недооцінювали. Це взагалі нормально, що жінка бере на себе і приймає течію фемінізму, коли ці фемінітиви, коли вона хоче займати посадові місця, десь там чоловікам намагається щось довести. Чи це все ж таки щось психологічне? Ну, смотрите, когда женщина стремится занимать какие-то там места в социуме, в управлении, даже в политике, конечно же, это абсолютно нормально. То есть это позиция гражданина, это позиция личности, да, но феминизм, он же еще часто включает отрицание мужского начала, то есть негативное отношение к мужчинам и очень сильную конкуренцию. И вот если мы берем этот фактор, то да, я как человек, который в этой сфере работает, могу сказать, что, ну, скорее всего, это действительно серьезная травма. Либо детство, либо в отношениях уже в каких-то предыдущих это было. Потому что скорее всего, это происходит из внутреннего страха мужчин, из внутреннего желания подавить мужчин для того, чтобы почувствовать себя более в безопасности. Ну, а слово «фемінізм» – це саме ось про це, що подавити? Чи це просто вже, знаєте, ну, набуло слово це значення за рахунок інших жінок, які ось так от, ну, себе вели? Що означає саме це слово в першопочатковому своєму значенні? Ну, фемін, да, фемейл – это женский пол, это женственность. И изначально само слово, да, это о том, чтобы женщине быть в своей силе, быть в своих правах, быть в своей реализованности.
Ну, подавалось оно очень часто как раз-таки под тем соусом, что исключает. То есть, знаете, сейчас до сих пор идет, сейчас новая такая борьба идет, особенно в тех, кто в практиках, кто в психологии, идет борьба, так все-таки больше, кто главнее, женщина или главнее mm-hmm. мужчина, кто главнее бог или там есть богиня, да, то есть мужская или женская энергия. Я никогда не понимала, зачем это исключать одно другое, да, то есть кто был первый, все-таки Адам или Ева? Угу. Потому кто был винный? Адам был первый. А, вот так, значит. Но при этом, да, если там Адам был первый, а Ева была из его ребра, при этом ученые доказали тот факт, что там изначально зародыш, да, ребенка, это девочка. Угу. И здесь можно сказать, что это феминистические как бы ученые, феминистические наклонности, а можно сказать, что это факт. Но это же не исключает одно другого. Я считаю, что у каждого просто есть свое место. Не в том плане, что мужчины там в социуме, женщины дома. Просто у каждого есть... Мы разные, мы не равные, мы разные. Mm-hmm. Я когда-то писала такую статью о том, что вот мы не равные, мы просто разные. И говорить, кто лучше, кто важнее, об этом, ну, нет смысла. Тем более, если мы говорим о наших женщинах, в данном случае украинских женщинах, которые... так для себя и не решили. Так они хотят быть самостоятельными? Или все же они хотят быть за мужчину? А ось я тут, думаю, що здесь пані Тетяна, важливий дуже момент. Тепер чоловіча точка зору. Мені дуже подобається от ваша позиція, що жінки повинні вирішити. От обожнюю це. Ми відстоюємо, не знаємо що. Що потрібно жінці зробити для того, щоб зрозуміти нарешті, що вона хоче і що вона по як наслідок відстоює? З чого потрібно починати? Я думаю, розібратися зі своїми цінностями. То есть, в первую очередь, это определить свои ценности. Что такое ценность семьи? Какой должна быть семья? То есть я прям даже советую брать лист бумаги, там, тетрадь, и прям садиться и писать, как я вижу свою семью, вплоть до того, кто за что отвечает, у кого какие обязательства, кто зарабатывает, кто сколько в каком. Я часто советую своим клиентам определить на семейном совете, кто сколько процентов вносит в бюджет. Или не вносит, кто привносит один, может быть, второй распоряжается. То есть нужно сесть и для себя определить. Если я абсолютно самостоятельная женщина, такое, это абсолютно нормально, тогда я нахожу, встречаю себе там, мужчину или там, со своим мужем создаю эти отношения, таковы, что мы делим абсолютно пополам права и обязанности. Угу. Если я хочу, чтобы я была, ну вот, немножко расслабленной, больше все-таки матерью, да, или больше женщиной, больше женой, это не значит, что я не имею права реализовываться. Конечно же, я могу иметь свое творчество, свою работу, я имею право реализовываться, но я должна уходить от этой конкуренции. Ну и еще, конечно, один момент я все-таки советую, да, задать себе вопрос. Ну а почему для меня так важно конкурировать? Почему для меня так важно мужчине доказать, что вот я лучше? Почему вот есть такая задача? Потому что это точно не просто так. А згідно вашої практики, чому саме жінки так роблять? Обида. Обида на отца, сложные там какие-то детские ситуации еще в детстве, много страха, это следующий момент. И еще один момент, это, конечно же, я не использую слово самооценка, а я использую самоценность. Это вот самоценность так. На не совсем достаточном уровне, и нужно доказать, что я все-таки чего-то стою. А человеку, который внутри понимает, что он чего-то стоит, доказывать это не надо. Знаете, как Шанель говорила, если тебе нужно доказывать, что ты леди, значит, ты не леди. Вау. А ось, дивіться, повертаємося до того, що ви сказали виписати, да, ось, вирішила, виписала на листочку, приходжу до чоловіка і кажу, ось, я, значить, хочу реалізуватися, хочу, щоб ти і я виховували дитину, я хочу теж, ну, не бути в декресі, а працювати. Як правильно донести і пояснити, щоб все ж таки мій партнер мене зрозумів? А якщо він, наприклад, взагалі для нього це буде шоком? Вот есть какие-то секреты? Возможно, и будет изначально шоком, потому что, знаете, в отношениях есть такое правило хорошее, на чем соединились, на том и продолжайте. Ага. И, конечно же, когда это что-то происходит новое, тогда это нужно преподносить, что вот у меня есть вот такое вот желание. Почему? Объяснить ценность для себя, важность этого желания, да, почему. И я всегда советую, если вы хотите немножечко подтолкнуть человека к тому, чтобы он вас услышал,
неплохо было бы донести, а что ему из этого, какая ему из этого выгода. Может быть, ему в чем-то станет легче. Цікаво, яка ж у цього вигіда. Ну, в принципі, жінка буде задоволена, якщо жінка задоволена і спокійна, то і чоловік не переживає. Ну так, да, только... ну, ви це мужчинам розкажіть. Я ось намагаюся тому пояснити, розповісти, поки бачите, скептично влаштований. У мене абсолютно нормальне відношення до цього. Якщо жінка хоче розвиватися, якщо вона хоче реалізуватися в суспільстві, будь ласка, бери це і роби. Але пам'ятай про те, що коли ти повертаєшся додому, перш за все, ти жінка, ти моя жінка. Ти добра, ти усміхнена, ти не маєш мені нічого доводити, тому що ну, у мене в силу характеру, коли мені намагаються щось довести, мені або все одно стає, або я так довожу, що це з овер відносинами одразу. Ми хочемо вам подякувати за цю розмову. Мені здається, все ж таки жінки України все одно матимуть свій образ і прояв фемінізму. І знаєте, дівчата, робіть все, що хочете, здійснюйте свої мрії, але при цьому не забувайте, що ви дівчата, правильно, як сказав Максим, тому що ну, всім нам хочеться трішки турбот. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я хочу вам подякувати, що ви завжди разом з нами. Ми дійсно стараємося, щоб контент був цікавим та унікальним. А мене звати Макс Сербін, і ми чекаємо на вашу подяку. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і обов'язково пишіть приємні коментарі.